общественная организация «Опполфак». В номинации «Магия узоров» Крымсарайское сельское поселение. В номинации «Красота своими руками» Тарту-Барлинская школа. В номинации «Что наткалось, напрялось, то потомкам досталось» Покровско-Рустамакское сельское поселение. В номинации «Полотенце в традициях народов» Центр милосердия. В номинации «Рушник в народных обрядах» Тазыльярское сельское поселение. На три возраста. Это молодость, вторая молодость и вечная молодость. Зайдулина Наталья Семеновна, директор Покровско-Бурстамакского сельского дома культуры Барлинского муниципального района. Айра Хусаинов. Встречайте. Зонального республиканского фестиваля «Созвездие Йылдызлык» 2017. Анастасия Бутаева. Ваши аплодисменты, друзья! Организация «Опполфак». В номинации «Магия узоров» Крымсарайское сельское поселение. В номинации «Красота своими руками» Тарту-Барлинская школа. В номинации «Что наткалось, напрялось, то потомкам досталось» Покровско-Рустамакское сельское поселение. В номинации «Полотенце в традициях народов» Центр милосердия. В номинации «Рушник в народных обрядах» Тазыльярское сельское поселение. Она ждала.
волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, обегать от проблемы. Королева, и глядишь куда-то вдаль, оглянулся постоял и улыбнулся, не заметила его жаль. Макияж сегодня клёвый, губы, стрелки, глаза. Девочка Леда, не просто девочка гроза. Руслан Саидов. Ой,